Здравствуйте, это еженедельная информационная программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Сегодня увидите. Это одно из приоритетных направлений социально-экономического развития нашей страны. Мы наш, мы новый мост построим. Когда? Петрозаводск замер в ожидании. Я думаю, что внимание на село обратили. Новости из глубинки в Спасской губе. Просто праздник какой-то. Дом офицеров в Петрозаводске отремонтируют. Кто займет помещение, пока не ясно. В Петрозаводске начались работы по подготовке к сносу Гоголевского моста. Капсулу в знак начала большой стройки сегодня заложили высокие гости из Москвы. Председатель Госдумы России Сергей Нарышкин и министр транспорта нашей страны Максим Соколов. Есть мнение, якобы жители Петрозаводска уже привыкли к тому, что Гоголевский мост закрыт. Если оно и так, придется отвыкать. На той стороне, только на Древлянке, живут больше 50 тысяч человек. Для них начало строительства нового моста необходимо. Высокие гости из Москвы сегодня подтвердили – начало работ не за горами. Развитие транспортной инфраструктуры региона – и России в целом – это одно из приоритетных направлений социально-экономического развития нашей страны. Это дает возможность развиваться бизнесу, в том числе малому, среднему бизнесу. В этом году Карелия получила беспрецедентные средства на улучшение дорожной сети. 700 миллионов на улучшение дорог Петрозаводска, на улучшение региональных дорог и 600 миллионов рублей на начало строительства Гоголевского моста, которого так ждут наши жители Петрозаводска и автолюбители. Уверен, что к концу сентября все необходимые механизмы и машины для демонтажа старого моста и начала строительства нового будут уже на площадке. И к концу 2017 года мы с вами будем вместе радоваться введению нового объекта Гоголевского моста. То решение, которое было принято правительством Российской Федерации о направлении средств за счет системы «Платон» для реализации этого проекта, стало этапом возрождения в новой геометрии, в новом качестве. И действительно, это даст качество не только развитию дорожной инфраструктуры Петрозаводска, но и перспективам градостроения. Кстати, за сносом старого моста, строительством нового, можно будет наблюдать с помощью камеры наблюдения. Достаточно зайти на сайт мойгород.сампо.ру. Если со стройкой определились, то с расселением домов по соседству пока нет. Дела в судах, народ недоволен. Но к большим начальникам местные жители почему-то не вышли. Скорее всего, не знали, что символичную капсулу будут закладывать сегодня. Народ явно упустил шанс пожаловаться сразу на самый верх. Высокие гости в Карелии все чаще. Наш край посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Он провел совещание, посвященное развитию лесопромышленного комплекса. Несмотря на кризис, лесопромышленный комплекс Карелии улучшает показатели. В этом заверили полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. По сравнению с прошлым годом, объем производства вырос почти на 4%. Увеличились и налоговые поступления в бюджет республики. Николаю Цуканову показали деревообрабатывающий комплекс «Калевала». На предприятии реализуют инвестиционный проект, который позволил организовать крупнейшее в России производство ОСБ-плит для строительства частных домов. Здесь работают больше 350 человек. Осмотревшись на предприятии, высокий гость поделился впечатлениями от поездки. Лесная отрасль, есть карьеры, гранит. Есть традиции небольшие сельского хозяйства, но всего этого недостаточно для того, чтобы выполнять в полном объеме те обязательства и те задачи, которые поставила перед собой правительство Карелии. Достаточно большая протяженная территория, недостаточно дорог, хотя, конечно, я приятно был удивлен, дорога, которая ведет от аэропорта, очень хорошая дорога, европейская. Не каждый город Северо-Запада или регион Северо-Запада имеет такую дорогу от аэропорта до города. Хотя дальше чуть-чуть хуже, конечно. Есть над чем поработать, и мы об этом с губернатором поговорили.
На должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова назначили месяц назад. В нашу республику он приезжал познакомиться с руководством Карелии, а также осмотреть регион, с которым теперь предстоит работать. Нечасто из карельской глубинки так много хороших новостей. В Спасской губе открыли отремонтированный дом культуры и мост через местный пролив. Село с многовековой историей. Таким образом, поздравили с днем рождения. Еще не так давно стены местного дома культуры в Спасской губе завешивали рекламными баннерами, чтобы старое обшарпанное здание не портило вид поселка с многовековой историей. Сегодня сюда не стыдно пригласить гостей и туристов. Местный хор репетирует и дает концерты в обновленном зале. Дом культуры отремонтировали, конечно, за счет республики. Карелия выделила 700 тысяч рублей. Помог бюджет сельского поселения и местные жители, а также предприниматели. Для живописных мест Спасской губы это еще один знак того, что жизнь не остановилась. Я думаю, что внимание на село обратили, и село от этого что может получить? Новые проекты, новые программы, и мы сможем что-то реализовать еще. А дело у нас не в проворот, и что, делать например? Нужно. Ну, например, нужно ремонтировать пожарный пирс срочно. Я надеюсь, что в следующем году средства на это будут. Только можно совместно сделать, чтобы решали и правительство Республики Карелия, и власти районные, и мы здесь на местах, и люди были инициативны, и не сидели на месте, и тогда какое-то движение появляется. Вот я такого мнения. Здесь престижно жить. Эти места любят дачники, рыбаки, ягодники. Местные жители всегда рады гостям. Да и до большой земли не так далеко. Очень хорошо здесь. Я, например, не жалею, что купила здесь квартиру. Мне очень нравится. Живем очень хорошо здесь. Но самое главное. И дочка люди купила здесь квартиру, живу как заканчивается. Люди здесь добрые. Долгие годы местные жители просили отремонтировать мост недалеко от Спасской губы. Переправа через пролив на Мунозеро крайне важна. На том берегу живут сотни человек. Скорая помощь, пожарные не пробрались бы туда, не будь здесь крепкого нового моста. Его длина 200 метров, гарантия 5 лет. Строительство шло не слишком гладко, подвел подрядчик. Властям района пришлось обратиться к нашему земляку, депутату Государственной Думы России Валентине Пивненко. Пришлось тогда подключиться, как обычно, попросить найти виновных, так называемых, кто такие недоделки здесь оставил, с тем, чтобы были освоены деньги и чтобы была сдача этого объекта. Учитывая то, что это место великолепное, место это востребованное, то, что мы привлекаем туристов, они сюда едут, не только местные жители, но и наши гости. Поэтому, в общем-то, работы были, как вы видите, выполнены. Я приехала посмотреть на этот мост. Хорошо, красиво. В благодарность полевая кухня, чай. Валентину Николаевну здесь всегда ждут в гости. Депутат Госдумы России пообещала местным жителям обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением установить президентские гранты на поддержку небольших сельских поселений, чтобы Спасская губа стала своеобразным примером, местом, куда приезжают туристы, а молодые люди не торопятся уезжать отсюда в город. Спасатели едва ли не каждый день ищут потерявшихся в лесу грибников и ягодников. Несмотря на все предупреждения, народ ведет себя безрассудно, пренебрегая порой элементарными правилами. Прежде чем выходить в лес, необходимо подготовиться. Это нужно ознакомиться с картой, с основными линейными ориентирами по карте в том месте, где вы будете находиться. Потом сообщить соседям, родственникам, друзьям о том, что вы планируете выход в лес, куда именно планируете. И какое время вы там будете находиться, когда примерно вы вернетесь и в какой одежде вы будете совершать поход в лес. Далее, перед самым походом нужно зарядить телефон, пополнить баланс счета, взять дополнительный аккумулятор внешний, если есть такая возможность. Если есть возможность, взять компас, ножи, спички и навигатор. Также небольшое количество воды или чай в термосе горячий и небольшой запас пищи, печенье, бутерброды. Если вы заблудились без всего,
бывали такие случаи, то нужно, и знаете, что вас должны искать, нужно остановиться и обозначить свое местоположение на местности. Ярко обозначить. Это примерно на уровне взгляда повесить какие-то предметы, одежду, корзину, обувь, какие-то яркие части одежды, либо пакеты. В лесу, как говорят спасатели, это очень четко видно, примерно 100-120 метрах это видно отчетливо. Одежда должна быть яркая, ядовитого цвета, как у дорожных рабочих, зеленого, оранжевого, ядовитого цвета. Спасатели также говорят из своего опыта, что видно на 200-300 метров в лесу четко. На маршруты Петрозаводска вышли троллейбусы здоровья. Волонтеры на борту каждого из них в течение месяца будут рассказывать пассажирам, как заботиться о себе. Все желающие получат памятки, например, о пользе вакцинации от гриппа и других профилактических мероприятиях. Троллейбусы здоровья будут курсировать по маршруту номер 1. Это совместный проект Минздрава Карелии, администрации города и первой поликлиники Петрозаводска. Авторы идеи отметили, что сегодня особенно важна профилактика инфекционных заболеваний. И проект направлен прежде всего на то, чтобы горожане больше узнали о состоянии своего здоровья. Поинтересовались, что такое артериальное давление, инсульт, диспансеризация и прочее. В рамках акции 5 и 6 сентября на площади Кирова раскинется специальный медицинский шатер, где можно будет сдать анализы и пройти обследование. Добраться до места как раз и поможет троллейбус здоровья номер 1. Петрозаводский дом офицеров отремонтируют. На эти цели планируется потратить больше 100 миллионов рублей. Завершатся работы не позднее 2017 года. Сейчас Петрозаводский дом офицеров в крайне плачевном состоянии. Окна и двери заколочены, хотя еще совсем недавно здание было приютом для бездомных, а молодежь распивала здесь спиртное. После шумихи в СМИ ошибку исправили. Внутрь не попасть, если верить табличке, объект под охраной. Ремонтировать многострадальный дом офицеров планируют в два этапа. В этом году облагородят стены, подключат здание к водоснабжению и электрическим сетям. Основные работы пройдут в следующем году. Архитектурный облик дома офицеров будет сохранен. Какие именно организации в нем разместятся после ремонта, пока неизвестно. Как заверили в правительстве Карелии, продавать помещения или сдавать их в аренду не планируется. Пока все, это была программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега», и я Ефим Овчинников. Есть любопытная информация, наш телефон 59 20 50, сайт tnt-onega.ru. До свидания.